Здравствуйте! По многочисленным просьбам своих подписчиков я сейчас вам расскажу и покажу, что получилось с моим экспериментом укоренить цветонос, который начал засыхать. Вот этот цветонос я обрезала. Цветочек пропал, листочек пропал. Я вам сейчас достану цветочек из пленочки. И покажу подробно, что получилось. Вот, отложим это в сторону и смотрим. Я вам напоминаю, я укореняла вермикулите. Вот он влажный у меня. Хорошо держит влагу, неплохо. А почечки я смазывала цитокининовой пастой. Проверяем. Вот этот цветонос, который был ближе к растению, он начал засыхать, я его обрезала на зеленом уровне и почечки смазала. Ну, ничего не удалось. Его можно просто выбросить. Вот. Вермикулит держит, потому что вот низ стволика тоже зелененький. Вторые почечки я смазывала на цветоносе. Вот, видите, пошел росточек. Но росточек — это не детка. Этот цветочек, скорее всего, будет, потому что она набухла. Хорошо набрякало растение. А это, который не отдавал надежды, что у нас получается, тоже пустил цветонос. Ну, так как он пустил цветонос, а не детку, цвести он, конечно, не сможет, сил у него не хватит. Мы просто все выбросим. Нет смысла больше надеяться на это. Потому что оно все слабенькое. Я думала, оно пустит детку, но детка не получилось. Не знаю. Будем экспериментировать на других цветоносах. Этот мне показался неудачным. Но вермикулит очень хорошо держит влагу. Это мне подходит. Вот влажный палец. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.